Примечательно, что саженцы сирени ребята вырастили самостоятельно в лабораториях центра ОГМА. Микроклональное размножение – это берется пробирочка, берется растение, растение или семенной материал в виде семян, садят уже непосредственно на питательную среду. Среду она специально готовится под определенную культуру, специальная световая комната есть, там уже она уже смотрит, наблюдается, как она растет, растение, как она развивается. Саженцы сортовой сирени ребята выращивали почти год, специально к 9 мая. Ксения Тутова – одна из тех, кто все это время ухаживал за растениями. Сирень – это символ победы, и сейчас проходит акция поддержать День Победы, и для этого мы ее высадили, чтобы она радовала людей. Всего было высажено 14 саженцев сирени «Виолетта». Этот сорт характеризуется стремительным ростом и легким приятным ароматом. Кусты сирени любят солнечный свет, поэтому большую часть времени должны находиться под солнцем. Тогда к маю следующего года можно уже будет увидеть первое цветение. Валентина Матвиевская, Станислав Пичегузов, Брянск.